Мода наручных женских часов 2021-2022 года. Тенденции моды. Фото. Существует также и мода на часы, которая прослеживается в определенных тенденциях. К примеру, не так давно стали популярными женские часы, похожие на модели мужских хронометров, на металлических и кожаных ремешках. Грубые, геометрические, массивные часы до сих пор остаются на пике своей популярности, но лишь тогда, когда вы создаете повседневный сдержанный образ. В 2021-2022 году отдавайте предпочтение тем часам, что имеют браслет вместо ремешка. Они смотрятся деловито и современно, говорят о женщине, как о строгой, организованной и уверенной в себе особе. Вместе с мужскими моделями часов в 2021-2022 году в моду вернутся классические миниатюрные женские часики, и чем меньше будет циферблат, тем лучше. Такие аксессуары могут быть на кожаных и тканевых ремешках, на металлическом кольце, браслете или цепочке. Для создания современных образов в повседневном стиле также можно использовать часы с фотографиями и яркими картинками на циферблате. Это могут быть кадры из фильмов, изображения природы или же животных, а может и просто абстракции. Необычайно модными в 2021-2022 году считаются часы, дополненные такими аксессуарами, как подвески, самоцветы, цепочки, длинные шнуры для обкручивания кисти в несколько колец. Обратите внимание также на часы, которые выполнены из керамики, браслеты, элементы циферблата. Необычайно эффектно такие часы, даже массивные, будут смотреться под деловые и повседневные образы. Каучуковые и силиконовые часы подойдут для составления повседневных и спортивных образов. Еще один трендовый аспект часов в 2021-2022 году – необычная форма их циферблата. Отталкивайтесь как можно дальше от классических круглых форм, выбирая квадратные, овальные, прямоугольные, даже треугольные формы. Массивный и большой циферблат – также модный аспект для часов в 2021-2022 году, причем ремешок у такого циферблата может быть не очень толстый и массивный. Фото. Какие женские наручные часы в моде в 2021-2022 году для молодых девушек? Выделить какие-то конкретные направления в моде женских часов достаточно сложно, ведь этот аксессуар считается не только классическим, но и универсальным, а значит, приветствуются любые его формы, цвета, размеры и стили. Тем не менее, современному человечеству изрядно наскучили стандартные дизайны часов, а потому они в 2021-2022 году советуют приобретать часы оригинальные, нестандартные, яркие, броские, экстравагантные. Многие современные модели часов украшены такими декоративными элементами, как контрастные цвета, обозначения неоновые вставки, светящиеся в темноте картинки и фото на циферблате, россыпь стразов и жемчужных бусин под стеклом циферблата, украшенные кристаллами, корпус молодежные. Часы каких цветов будут модными в 2021-2022 году? Яркие малиновые и фуксия, фиолетовые, сиреневые, лиловые, кислотные, желтые и салатовые. Бирюзовые и мятные, небесно-голубые, грязно-голубые, оранжевые и коралловые – еще один модный аспект молодежных часов в 2021-2022 году – это их футуристичность. Чем необычнее форма, механизм и дизайн часов, тем больше шансов у вас успеть за модой. Некоторые модели часов известных дизайнеров впечатляют не только своими формами, но также размерами и способами работы стрелок, механизмов, циферблатов. Фото. Какие женские наручные часы в моде в 2021-2022 году для женщин? Модные тренды женских часов в 2021-2022 году. Часы на длинном ремешке. Это необычный, очень красивый элемент, добавляющий аксессуару первобытности, стиля и неординарности. Такой ремешок, как правило, обматывается несколько раз вокруг кисти совершенно хаотично. Подобные часики моментально преображают руку, одновременно служа не только часами, но и броским браслетом. Помните, что чем больше на ремешке всяких бусин, кнопок, подвесок и камушков, тем аксессуар будет моднее и современнее. Кроме того, ремешки можно не всегда застегивать на руке, их можно заплетать или завязывать. Блестящие и роскошные часы. Часы, украшенные россыпью камешков, самоцветов, жемчуга и кристаллов, добавляют не только женственности и делают женщину более статусной. Конечно же, если их было использовано в меру.
Украшенными таким образом могут быть разные элементы: циферблат, корпус, ремешок, цифры или стрелочки. В моде золотые и платиновые тона. Такие часики идеально подойдут для того, чтобы ими дополнить деловой, даже вечерний нарядный образ. Спортивные часики. В 2021-2022 году модно не только следить за здоровым образом жизни, но и иметь современные смарт-аксессуары, в том числе и часы. Такие часики можно надевать на руку, преследуя совершенно любой стиль одежды, повседневный, спортивный или деловой. Обратите внимание не на классические, а оригинальные современные модели цифровых фитнес-часов, которые часто имеют такие дополнительные функции, как воспроизведение музыки в радио, будильники и разнообразные шагомеры, измерители пульса и счетчики калорий. Часики в виде кулонов. Преимущество таких часов в том, что их можно носить не только на руке, прикрепляя к ремешку или браслету, но и на груди, как подвеску. Такая идея далеко не новая и заслуженно считается классической, а вот дизайн часов-кулонов может совершенно разнообразным, винтажным, сдержанным, в духе минимализма или совершенно футуристическим. Часы на платке – это необычное дизайнерское решение, которое прекрасно подходит молодым и зрелым женщинам, составляющим идеальный повседневный образ. Преимущество таких часиков в том, что корпус можно крепить на платочке с разными принтами, а значит, в каждом образе они будут смотреться стильно и органично с одеждой. Подобные часики идеально подходят для составления летних образов, к примеру, с сарафаном или шортами. Часы в духе минимализма. Такие аксессуары очень актуальны в 2021-2022 году. Обратите внимание на простые, удобные в пользовании и порой даже необычные лаконичные модели. Как правило, дизайн таких часиков не отягощен сложными идеями, но он всегда привлекает внимание. Оригинальным может быть циферблат или стрелочки на нем, необычный механизм. Массивные и крупные часы, вместе с тем, что популярными становятся миниатюрные часики на тонких ремешках, крупные и большие циферблаты все так же модны и востребованы. Классические модели. Если у вас завалялись классические часы или просто перешли вам по наследству от бабушки, то вы также можете смело их надевать так, как подобные дизайны и стили аксессуаров стали настоящим трендом в 2021-2022 году. Часы в креативном исполнении. Чем больше ваши часы будут отличаться от классических и привычных глазу моделей, тем лучше, ведь это будет значить, что вы преследуете современную моду. Часы без циферблата. Как бы это ни звучало странно, но часы, не имеющие классического циферблата, выглядят не только необычно, но и очень стильно. Вместо привычных стрелок и цифр часы могут иметь перетекающие цвета, шарики, картинки, фигурки и так далее. Часы в стиле унисекс. Часы грубого и мужского стиля также будут хорошо и очень стильно смотреться на изящной и тонкой женской ручке. Брендовые женские часы, мода 2021-2022. Часы от известных брендов не выходят из моды десятилетиями. Модами в 2021-2022 году будут следующие модели: видео, модные наручные часы 2021-2022 года. Лунный календарь красоты на 2021-2022 год, таблица, благоприятные лунные дни, лунный календарь стрижек, завивки и покраски волос на 2021-2022 год, таблица, лунный календарь маникюра, педикюра, наращивание стрижки ногтей в 2021-2022 году, благоприятные дни лунный календарь эпиляции, депиляции, шугаринга, удаление и бритье нежелательных волосков в 2021-2022 году, таблица, женская уличная мода. Весна-лето-осень 2021-2022 года, новые тенденции, стильные образы, 138 фото, женская мода на весну-лето-осень-зиму 2021-2022 года. Модные тенденции, тренды, образы, 173 фото, красивые женские украшения, 2021-2022, модные идеи, советы, тренды, новинки, 80 фото, женские солнцезащитные очки, тенденции моды весны-лета 2021-2022 года, обзор, модные образы, фото. Мужская уличная мода весна-лето-осень 2021-2022 года, новые тенденции, стильные образы, 105 фото, стильные женские сумки, мода 2021-2022 года, модные тенденции, тренды, советы, 95 фото, обувь женская, мода 2021-2022, зима, весна, лето, осень, основные тенденции.
Обзор новинок, актуальные тренды, 47 фото макияж 2021-2022, модные тенденции, новинки на весну-лето. Модный макияж в глаз, губ, бровей, лица в 2021-2022 году. Самые модные женские цвета волос осень-зима 2021-2022 года. Обзор, 45 фото. Самые модные женские цвета волос весна-лето 2021-2022. Тенденции моды. Как сделать модный педикюр в 2021-2022 году? Иде, 76 фото, цвета для педикюра, дизайн ногтей осень-зима 2021-2022 года. Идеи, модные рисунки на ногтях, модные лаки, 100 фото. Мода для полных девушек и женщин, лето-осень-зима-весна 2021-2022 года, тенденции образы, 100 фото.